Отсутствие детских площадок – главная проблема частных детских садов. Сегодня эта трудность в садике Сёма решена. Глава города из личных средств выделил 300 тысяч рублей на оборудование небольшого участка детского парка. Раньше малышам приходилось гулять на площадках при многоквартирных домах. Ни жильцам, ни родителям это не нравилось. Теперь у детей специально оборудованная территория для прогулок и игр. Здесь есть все – песочница, лавочки, уютная беседка. Помогала в обустройстве территории администрация парка. На выделенном участке выкорчевали пни, обрезали кусты, сделали подсыпку. Группа 15 малышей и двое воспитателей приходят сюда ежедневно. Была территория детского парка. Соответственно, гулять на ней было далеко не безопасно, потому что дети у нас маленькие. С года где-то с полутора лет и до трех. Гулять с ними на территории парка было достаточно сложно. Народу много, выцепить детей реально проблематично. Поэтому мы попросили городские власти помочь. Мы очень рады, что нам помогли. Сегодня сами детские сады частные, они не могут себя обеспечить вот такими площадками. Поэтому я думаю, что если будет просьба от других детских садов частных, мы будем искать варианты, как помочь.